Иоанна Златоустова о насущной пользе чтения Священного Писания. Видишь ли, что Христос не исключает Ветхий Завет, но хвалит и превозносит, называя его сокровищем. Итак, несведущие в божественных писаниях не могут быть названы людьми, домовитыми. Они и сами у себя ничего не имеют, и от других не заимствуются, но, томясь голодом, не родят о себе. Впрочем, не они только, но и еретики лишены этого блаженства, потому что из сокровища своего не выносят ни старого, ни нового. У них даже нет старого, а потому нет и нового. Итак, все мы, не родящие о чтении Писаний, послушаем, какой терпим от этого вред и какую скудность. В самом деле, когда мы приведем в благоустройство дела свои, если не знаем тех самых законов, по которым должно приводить их в благоустройство, богачи, влюбленные от безумия в богатство, часто выколачивают свои одежды, чтобы их не подъела моль. А ты, видя в себе забвение, губительное море, повреждающее твою душу, не прибегаешь к Писанию, не истребляешь в себе язвы, не украшаешь своей души, не вглядываешься пристально в образ добродетели, не рассматриваешь членов и ее главы. И действительно, добродетель имеет и главу, и члены, благолепнейшие всякого стройного и красивого тела. Что такое, спросишь, глава добродетели? Смиренно мудрее. Потому и Христос начинает со смиренно мудрее, говоря: «Блаженны нищие духом». Матфея 5 глава. Вот глава добродетели. Она не имеет ни волос, ни кудрей, но так прекрасна, что привлекает самого Бога. На кого, говорит, я призрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Исаия 66 глава. И еще. Глаза мои на кротких земли. Глаза мои на верных земли. Псалом 75 и 100. И еще. Близок Господь к сокрушенным сердцам. 33 псалом. Глава эта вместо волос и косы приносит жертвы, благоприятные Богу. Она золотой жертвенник и духовный алтарь. Жертва Богу, дух сокрушенный. Она матерь премудрости. Кто имеет ее, тот и все прочее будет иметь. Аминь. Бездна светится сединою. Не выходишь до этого. Объясни, где что. Там есть куда-то. Да, все так дальше. Все на покошено, пропало. Сколько раз косит, и все пропадает. Ну, Бог знает, как это. Я понимаю, Вадя говорит. Что это? Я всегда брал этот пиджак свой, сегодня не взял. Думаю, наверное, не будет. Мальчишки, подожди, уже начал. Дома обуетесь и все. Чтобы обувь была чистая, снимите носки, все носки мы делаем. Снимайте, снимите. А штаны закатайте. Да, закатайте.
лучше. Снимайте носки. Мы когда последок, мы одежду снимали под себя, и на ней лежали. А дождь пройдет, мы сухие. Снимайте носки. Ну, пошли, ну, пошли. Вот как. Потеряем. А ласточки-то гляди. Разные птички полетают. Это не ласточки. А пока-то что, ну пошли, вот они, пошли, о, догонять, балам пошел. Смотри, подряд все развиваются, ну, и ты сухонькие наденешь, а я тут могу не уходить, утром прям на службе окажусь, проснулся. Я сегодня посмотрел, самый неуязвимый для комаров – это батюшка. У него резус сзади, даже японский шершень не прокусит, когда там крест. А руки голые, да у меня там непрерывно дым идет у тебя из ведра. Его ни один комар не укусит. Самый уязвимый я. Не слышу, когда подлетает, и не вижу, когда сядет. Только чувствую, вес мой уменьшается, кровь сосут от меня. И самая большая лысина у меня. О, гляди, гляди, пошел. Степа попер домой. Выключили. А можно было идти, да? Я разогнал его. Там на все выпусты. Раздевайте, чтобы одежду не намочить. Батюшка, ты самый неуязвимый для комаров, я сегодня понял. Да? Сзади тебя риза, и где крест большой, у тебя даже японский шарши не пропустит. А руки голые, так у тебя там дым идет, как из ведра, они дыма боятся. Я тряпочного. Раздуваются мухи где залезут, тебя подрезу, ты распрямляешься, им там каюк. Они уже закрыты двери, там мухи уже... К концу службы, как пьяные, ползают по полу. Да-да. А комара уже ни одного нет. Да, пошли. Так, кто закрывайте храм. Володя. Здравствуйте. Я спросить надо у вас.